Привет, квартирные гонщики, риверы, деграданты и лошницы района, это школа гоночного мастерства, и вы у меня на канале, а значит стоит подумать о верности некоторых выборов в вашей жизни. Сегодня я решил попробовать стать местным полицейским, буду смотреть за законом, понятиями и мутить всякие тайные схемы с черным оборотом, спайсухи за спиной у властей и прочих властных органов. Но сразу все никто не получает. Чтобы стать крутым копом, мутящим черные схемы со спайсухой, необходимо поработать местным Васькой в ДЦ по ГИБДД и половить местных укурков, доказывая тем самым свою верность и преданность дел. Я решил, правильным выбором для отлова пидаров будет McLaren M5 или iPhone C, и выехал искать нарушителей. Однако, мне помешал подлый поворот. Так и умирают мусора. Ничего, рядом был подорожник и супермаркет, я купил пару мотков, скотча и все быстро починил. Никто и не заметит. Ладно, теперь было бы хорошо научить вас хоть чему-то. Запоминайте, если хотите быть местным мусаром, то необходимо займеть понтовую позицию. Постойте тут. Постойте там. Нахуй? А как вы сможете ебануть моднявый дрифт, начав погоню за школьниками? Дальше ждем местных воротил и делаем примерно как-то так. Вас понял, командир ебандир, перехватываю красного барыгу. Ебать, по жопе стреляют. Сука, опять на спайс наехал. Короче, мне не понравилось быть полицейским, и мне захотелось попробовать себя фокусником. Однако, показывать фокусы маме странно, брату и друзьям тоже странно, а ебашить их в одиночестве при свете единственной свечи в подвале рядом с мертвым бомжом, у которого торчит шприц с вытекающей желтой хуйней, вообще пиздец какой-то, так что мне было необходимо найти свою аудиторию на пабликах Ассетто Корсы. К моему счастью, я наткнулся на одну BMW и сразу же начал ехать за ней и просить остановиться и подождать. Водители BMW же тупые дни, они больше всего охуют от фокусов. Но судя по всему, моя репутация ебанутого в Ассетто Корсе не пошла мне на руку, и он решил драпать от меня как бешеная и псина, что я принял как вызов и втопил тапку в пол. Мне все же удалось нагнать запотевшего пидараса спустя пару поворотов, так как сегодня кто-то либо посмотрит фокус, либо умрет. Водитель BMW попытался совершить самоубийство, чтобы уйти в мир иной быстро и без страданий, но германская система безопасности не поддалась такой примитивной попытке, и деваться ему было уже некуда. Он попробовал еще раз и снова облажился. Ну все, сукин сын, теперь я наконец-то могу показать тебе свой фокус. Смотри, бабах и бати, я развернулся. Удивлен? Постой, ну куда же ты? Ладно, уговорил, я еще раз покажу. Во, смотри, как ебану сейчас. Только не повторяй, это опасно. Сука, сказал же, не надо. Сукин сын, все испортил, ты все испортил. Думаешь, ты тут фокусник? Да, да я тут главный фокусник. Ты что, мне доказывать что-то будешь тут еще? Ты вообще знаешь, кто я? Ты уверен, что мне хочешь что-то доказать? В общем, потом водитель BMW дал мне пизды, потому что все водители BMW дают пизды маме, папе и левому челу из Ассетто Корсы по 3 раза в день, чтобы держать форму ебаната. Я от впечатлений окончательно тронулся и поехал крутить задом перед всеми остальными на сервере, чтобы место знали. А потом я жил долго и счастливо в замке с бомжами, а по вечерам я терся с местными торчками из-под моста.